Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Одно радостное событие уже случилось, моей кошечке исполнилось 17 лет. Второе радостное событие произойдет сейчас. На прошлой неделе мы полностью закрыли замок Нафрия вновь. И таким образом заполнилось великое хранилище абсолютно полностью во вкладке рейды. Таким образом просто-напросто есть шанс получения 233 вещицы. Само собой, шанс довольно-таки мал, то есть у нас... Три квадратика. Что? Окей. Три квадратика, и к каждому квадратику шанс примерно 1 к 28 для получения 233 вещицы. Ну, как говорится, проверим удачу. Специализация, нечестивость. Поехали. Ну, пушка, кольцо, ноги, плащ, геральдик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему все три шмотки 233-е? Я что, самый лучший игрок? Похоже, да. Геральдика, собственно, относительно недавно я начал делать видосики по дроптимайзеру. И дроптимайзер — полезная вещь, я давно об этом уже говорил. Можно глянуть просто-напросто, сколько плюс ДПС вы получаете с... различных источников, с различных вещичек. И геральдика, по-моему, является лучшей вещицей на текущий момент для меня, если не считать оружие. Угу. Да, абсолютно верно, так оно и есть. Пушка с Динатрия дает 1,4% прирост ДПСа, геральдика 0,6, ножки 0,4, а плащ 0,1. Они прям выстроились даже в таком порядке, типа... Лучшее, похуже, похуже. Все три шмотки, кстати, с генералов, если что. Круто, круто. Берем геральдику, апаем не только этот левел, но еще и ДПС. Сделаю скринчик, скину ребятам. Думаю, порадуются. Так, выберите награду. Да, геральдика. Хорошо, хорошо. Модификатор разъяренный, взрывоопасный, полный гордыни тиранический. Разъяренный — это у нас... Мопцы на 100% больше дамагают в момент, когда у них мало хп. Это исступление, его можно спуржить, если друид, там охотник, нажмет кнопочку. А взрывоопасный... Это сфера же, правильно? Ну, ВАшечка на сферы есть у меня в ВК-группе рабочая, можете пользоваться. Чудненько, чудненько. Геральдика — это хорошо. У меня ее вообще не было в принципе. Тут сразу мифическая. Вау. Это триня на постоянной основе будет, кстати. То есть даже не придется пвпшную, по-моему, надевать на Динатрия. Надо будет рассмотреть это, посимить. Но, скорее всего, геральдика будет постоянной. Вот. А, как говорится, время излучателя прошло. Эпоха ушла, можно сказать. Можно в банк его убрать. Где эти вещицы тут? А где у меня они лежат? Короче, пусть поваляется. 227-й этом левел, точка 44, хорошо. Шапка с Динатрия есть, полутанная при первом киле. Ну и тринкет с Великого Хранилища есть. Я реально рад, я реально доволен. Это просто замечательно, потому что есть люди, например, мне рассказывал один человечек на Твиче, то, что вот, 2-3 недели открываю Великое Хранилище, тоже по 9 боссов убиваю, и вообще даже ни одной 233 шмотки. Тут сразу 3 шмотки 233. Это реально круто, это реально замечательно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!